Вопреки всем пертурбациям, Пермский театр оперы и балета держит курс на обновление, сохраняя при этом традиции. Так, в новом 148-м сезоне в репертуар снова войдет балет «Зимние грезы» в освеженном виде. Спектакль мы увидим в предновогоднее время с 6 по 9 декабря. Еще одна премьера планируется накануне международного конкурса «Арабеск» 24 апреля. У нас будет премьера «Анюты». «Анюта» будет необычная, она будет по-другому, как бы, и другие будут декорации, более сложные декорации, и она будет более, это такой более дорогой спектакль, и мы очень надеемся, что, значит, Владимир Викторович выступит в этом спектакле. С нового сезона в театре действует новый устав. Он меняет организационно-управленческую структуру. Во главе отныне не художественный руководитель, эта должность устранена, а гендиректор. Его будет поддерживать ареопаг творческих людей. Все вместе они представляют собой художественный совет. Он-то и будет вырабатывать стратегию развития театра. Должность главного хормейстера вместо Виталия Полонского отныне занимает Евгений Воробьев. С этого сезона в театре свой главный дирижер. Это Артем Абашев, который после отъезда мюзикла «Этерна» успел заново пересобрать оркестр театра. Оркестр мирового уровня. Это уже все сделано, это работает. И на первой репетиции это все показали, что оркестр есть. И оркестр, который может играть не только оперный репертуар, но в первую очередь симфонии, концертный репертуар, чтобы оркестр лучше сыгрался и почувствовал, как бы, друг друга, взял в симфоническую программу, поставил сочинение для камерного струнного оркестра. Выступление состоится 6 сентября. Всего в сезоне запланировано 10 симфонических концертов. В оперной труппе тоже есть изменения. Труппа пополнилась очень талантливым молодым баритоном драматическим монгольского происхождения. И наряду с нашей Зариной Абаевой и с полюбившимся вам Сергеем Кузьминым в «Люче де ля Мермур» вы услышите с Артемом Абашевым, нашим главным дирижером, Евгений Онегин 4 сентября. Директор оперной труппы поделилась своими планами и по созданию молодежной программы. Она существует во всех ведущих столичных театрах страны. Пока же до встречи на «Лебедином озере». Балет открывает 148-й уже на этой неделе, 31 августа. Полина Рифа, Владислав Рашидов, «Ветта-24».